Сила, красота и гордость вооруженных сил – все это они, десантники. Сегодня их профессиональный праздник. Ровно 93 года назад, во время учений под Воронежем, впервые десантировалось подразделение численностью 12 человек. С тех пор крылатая пехота является элитой сначала советской, а теперь и российской армии. Эти войска прошли Афганистан, Северный Кавказ. Они практически присутствуют в каждой горячей точке, которая возникает в нашем Отечестве или за ее пределами. И мы, конечно, гордимся вами, ребята. Десантники всегда отличались сильным характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. В трудную минуту каждый из них готов подставить Родине плечо. Демонстрируют это голубые береты и сейчас в зоне СВО. Говорить то, что вот отдельно сейчас гвардейцы воздушно-десантных войск могут себя повести по-другому, не то что говорить, даже подумать, наверное, нельзя, потому что они по жизни, где бы ни оказались, они уже по жизни будут на самом переднем крае, на самой передовой выполнять тяжелую работу, как и подобается воздушно-десантным войскам. И, как и подобается, людям, которые живут по принципу «никто, кроме нас». Этот девиз им принадлежит по праву. Задачи, которые выполняли голубые береты, порой были не только рискованными, практически невыполнимыми. Вообще, ВДВ – это навсегда, и сегодня в строю даже те десантники, кто погиб, выполняя боевые задачи. С портретом сына пришла на митинг Евдокия Такаева. Завтра ее сыну Валентину исполнилось бы 48 лет. Он мечтал отмечать этот праздник каждый год. 3 августа мы отпраздновали день рождения, 19 лет. И он сказал: мама, как хорошо, я буду теперь всю жизнь праздновать 2 августа и 3 августа. 2 дня. И отпраздновал первый и последний раз. А теперь вот мне приходится каждый год ходить. Память о тех, кто погиб, сегодня почтили минутой молчания. Чуть позже каждый желающий смог возложить цветы к подножью монумента. Конечно, десантники не отказали себе в удовольствии пообщаться друг с другом и сделать фотографии на память. Ну и в конце, наверное, хочется такую фразу сказать, процитировать, да, Василия Филипповича Маргелова. «Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай». Всех десантников с праздником. Слава ВДВ. Александр Халин, Булат Абдульманов, новости НТР.